дорогие Джаночки, добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я к вам с одним замечательным рыбным рецептом. Это мой авторский рецепт. Сегодня буду делиться с вами моим произведением искусства в кухонном деле. Вот. Так, давайте перейдем. Я вам покажу, что мне для этого нужно, и начнем. Нам понадобится 1 или 1,5 килограмма семги, желательно одна сторона, без костей, 2 лимона, 1 авокадо, соль, перец по вкусу, 250 грамм помидорок черри и кореанская капуста пак чой. Так, рыба. Что я буду делать с рыбой? Рыбу я сразу разделю. Я не буду с нее снимать шкурку ни в коем случае. Пускай она так и будет. Готова полностью, посмотрите, какая прелесть. Оставляю ее на 10-15 минут замариноваться, и потом уже можем перейти к приготовлению. Так, отставляем ее в сторону. Рыбка сегодня моя будет подаваться как холодная закуска, поэтому я буду делать одну изумительную, шикарную подливку, заливку. У нас говорят дрессинг, очень такой нежнейший, на основе апельсинового сока. Рыба моя уже замариновалась. Я буду сегодня готовить ее на пару в моей пароварке. А вы, конечно, если у вас нет пароварки, можете просто выпекать ее в духовом шкафу. Итак, отправляем. Ставлю ровно на 8 минут. Через 8 минут она будет полностью готова. За эти 8 минут я быстренько сделаю дрессинг, который мы будем поливать на рыбку. Так как рыбка у меня будет в основном идти как холодная закуска, то и дрессинг у нее будет, естественно, холодный. А также подготовлю и пак чой. Что за дрессинг я готовлю? Сначала отправляю всю петрушку нарезанную. Теперь нарезаю помидорчики черри. Теперь авокадо. Но это если вы любите. Если вы не любите, абсолютно не нужно. Это на любителя. Теперь моцарелла. Красавица. Ну а теперь солим обязательно. Перчим. Чуточка сахара обязательно, оливковое масло, апельсинового сока, еще немного бальзамического кремового соуса, это уксус сгущенный. И все, можно уже... Можно мешать.
готов к рыбе. Теперь перехожу к пак чою. Я воду уже вскипятила, мне нужно его просто бланшировать и все. Бланширую я в заранее подсоленной воде. Это наш гарнир будет к рыбе. Хотя тут уже есть овощи, помидоры, но это тоже очень вкусно с рыбой. Больше никакого гарнира, как овощной, я не делала. Этого достаточно тоже. Но если вы хотите, вы можете отварить рис или картошку, но кто что любит. Мой пак чой бланшируется, рыба уже готова. Я ее достаю. Смотрите, какая сказка. Видите? Какая прелесть. Рыба моя готова. Видите, да? Мне уже надо помочь. Унюхали. Унюхали и сразу прискакали зайчики мои. Так, сейчас я буду сервировать и покажу вам, как я вот эту красоту. Красота. Это хватит мне. Это ему хватит, слышите? Я четвертый, я не съем уже, не осилю. Так нормально. Ты точно думаешь, что да, ты да, не осилишь? Я знаю. Ты даже знаешь. Ты будешь пробовать сейчас? Ну, пробуй. А кто же будет пробовать? Если не я, скажи. Рыбу я тоже обожаю, рыбу особенно. Я вам сегодня предлагаю. Это необыкновенно вкусно. У меня муж тут стоит, пока я это вот так украшала, он половину рыбы уже съел. Немножко, конечно, прибавила. Чуть-чуть. Но это очень вкусно. Вот клянусь вам, ничего не нужно к этому. Да. Просто вот, вот эта шикарная заливка, это сказка. Я даже не знаю, как вам это сказать. Это такой дрессинг обалденный. К рыбе это просто отпад. Просто отпад, Джаночки. Так что, пожалуйста, можно я ваш дрессинг? Кое-кому вообще не втерпешь. Я буду пробовать. Так, все, мои дорогие. Очень вкусно. Да, видите, кое-кто стоит уже, всю рыбу съел, осталось вот 4 штучки. И тут что-то, рыба. Рыба не мясо, можно много съесть. Точно. Нет, сейчас придет моя Исабель, как всегда, обязательно попробует, скажет вам, очень. Это просто сногсшибательная новогодняя закуска. Не только новогодняя, и на Рождество, да вообще на любое мероприятие, на любой день рождения, юбилей, куда хотите, на праздничный стол. Такого нигде, ни у кого никогда не было. Это я знаю точно. Так что сделайте, попробуйте. Не обязательно, чтобы была семга или лосось. Можно любую другую рыбу, но рыба должна быть жирная. Сом прекрасно подойдет вот под это блюдо. И вообще, если будете брать, постарайтесь, чтобы рыба была более-менее розового цвета. Просто сочетание цветов шикарное. Я испекла вот такой багет с картошкой. Ну, как пирожки с картошкой, только у меня багет с картошкой. Вот.
Она сейчас все съест. Вот шикарное блюдо я вам сегодня предлагаю. Очень надеюсь, что вам понравится, и многие из вас повторят. Все, мои дорогие, на этом все. Буду с вами прощаться. Желаю вам всего самого наилучшего. Оставайтесь все в добром здравии и благополучии. Не ругайтесь, любите друг друга, не обижайтесь друг друга. Будьте человечны и толерантны. До свидания, до следующих встреч. Люблю вас очень. Пока-пока. А мы пойдем кушать. Если вам понравилось мое блюдо, конечно же, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, пишите комментарии, приводите ваших друзей. Будем вместе пить чай, готовить вкусные вкню. Это у меня гномики ходят, видите? Такие маленькие. Кушать, воровать. Маленькие воришки-гномики. Как хорошо, у меня дочка стала снова маленькой. А то я уже скоро так буду на нее смотреть. Все, мы пошли. Пока-пока.